Семинар на тему «Пути развития социального предпринимательства» в Одинцовском городском округе был организован в преддверии Международного дня социального бизнеса. Отличие социального предпринимательства в том, что для него важен не размер прибыли, а объем приносимой людям пользы. Несмотря на отсутствие четкой законодательной базы, эта сфера развивается у нас в России. Но вот несмотря ни на что, вот такое вот у нас предпринимательство, видимо, такие неравнодушные люди. И мы дошли уже наконец-то до нашего родного Одинцовского городского округа. Семинар проходил в новом для нашего муниципалитета формате «Митап» – неформальной встречи единомышленников. Поучаствовать в обсуждении вопроса о том, чего не хватает социальному бизнесу округа, приехало более 20 предпринимателей, в том числе из Звенигорода. По сфере деятельности – это частные детские сады. Это основная сфера общества Московской области, которая и поддерживается очень активно со стороны правительства Московской области. Это и серебряное волонтерство. Здесь есть и юридические услуги людям социально незащищенным, да, которые происходят. Есть общественные организации, которые хотят найти ту сферу, в которой они могли бы развиться как приносящую доход деятельности. В конце марта местное отделение глобального бизнес-объединения «Опора России» и Одинцовская торгово-промышленная палата подписали соглашение о сотрудничестве. И этот семинар – одна из первых совместных инициатив. Над развитием социально-ответственного предпринимательства обе структуры будут работать сообща. Это очень важное направление, поскольку социальное предпринимательство немного забыто всеми, поэтому мы хотим эту тему сделать горячей, острой. И чтобы власти как-то поддержали нас в этой сложной, непростой теме. По общему мнению, сегодня, несмотря на многочисленные сложности, бизнес все больше разворачивается в сторону социальных проектов. А если ему в этом еще и помочь, разворот делового сообщества к социальному предпринимательству произойдет намного быстрее.